В лесах Московской области пошли первые ягоды черники. Учитывая благоприятные погодные условия, черничный сезон начался раньше времени, и лесные специалисты в этом году прогнозируют хороший урожай. Эта ягода растет как на сухих участках, так и на болотистых территориях, в густой чаще леса, поэтому необходимо очень внимательно относиться к своей безопасности при походе в лес. Нужно придерживаться ряда правил, чтобы не заблудиться. В частности, нельзя уходить в лес без средств связи. Перед походом нужно предупреждать родных о том, куда направляетесь, обращать внимание на ориентиры и запоминать их. Черника в Подмосковье – одна из самых часто встречаемых ягод. Традиционный период ее сбора длится с июля по сентябрь.